Я провела последние годы в упоительном мареве пьянства и разврата. Но мастерство расправы над нацистами не пропьешь. Алкашка! Перерезав с дюжину глоток, я проникла в штаб гестапо в Сакраменто. Не ты, а мы. Калифорния. Ага. Мне нужно было попасть на верхний этаж. В кабинет оберкоменданта Ганса. Гансу пизда, сейчас попадем. Ich verschneide dich nicht. Ёбаная немчура. Ich bin halt von Natur aus neugierig, hat mir meine Mutter immer gesagt. Итак, Джессика Вэллиант, по прозвищу Анус Разрыватус. Тихая смерть, тихая смерть, да. Сейчас мы по-тихому навешаем пиздюлёв бедным фашикам. Männer, ich bin in meinem Büro und bereite wichtige Dokumente für General Dunkel vor. Achten Sie auf verdächtige terroristische Aktivitäten. Und bringt mir bitte eine Tasse Tee und ein Schinkenbrötchen. Да, дерьмо случается. Ганс стал моей первой жертвой за долгие годы. Я будто водкой опохмелилась. Но мне был нужен ясный ум. Опохмелилась? На, закуси. Аспиринчика возьми от головы. Ага. Нормально. Так, хуёжик подобрала? Молодец. А вот еще хуёжик. Прям в чердак. Пёсик не хотел с первого раза умирать. Живучая тварь. Ну, ебать, кровище-то натекло. Warst du bei dem Treffen von Überkommandant Hans mit dem Produzenten von Paragon Studios? Не вставай! Нормально, три хедшота. Оп, не заметил. Карабкаясь ползком, я жалела лишь об одном. Зря я не обчистила мини-бар в гостинице прошлым вечером. Каска аж в мусорку улетела, придурок. О, срака задирашкин. Шапочку возьму. На улице холодно. Собачья еда. Обожай. Так, Джессика изголодалась. Все жарет. Так, 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 так. Ага. Добрый вечер. Ух ты, острая. Так, что тут? Ага. Увеличенный магазин. Отлично. Походу по максималке. Нормально. Ебать! Вы че тут минуты хранить? Ой, долбоёбы. Еще недавно я бродила пьяной по ночным пляжам Сан-Паулу. А теперь крадусь по грёбаному нацистскому штабу. Хотел сказать ёбану. Интересно, не утратила ли я хватку? Да ну нахуй, как уж утратила. Смотри, как ножики в кокушки входят.
Так, трех очков. Хаума, Хаума. Немчура ебаная. Опа. Здорово. Как жизнь? Вижу, хуёво. Опа. Да не виси ты, блядь. Опа. Не смотри сюда, не смотри. Вот так. По-русски говори, по-русски. Angeboten, angeboten. Сейчас загибутен тебе будет. А где дружок? Die können froh sein, dass wir hier sind, so wie die sich mit solchen Sachen vollstopften. Aber die Damen waren nett. Eine hat versucht, mich mit einer ihrer Töchtern zu verkuppeln. Долго дружок у тебя идет. Wohl passiert ist. Hast du es nicht gehört? Hans hat sie hinrichten lassen, weil sie ihn angeblich vergiftet. Wie gesagt. Хедшот, чё? Нормально. Was zur Hölle? War das für ein Geräusch? Hier ist ein Toter! Все? Блять, железяка ебаная. А давайте мы не будем ее трогать. Потихонечку. Толстый, толстый. Это не хор... Иди, иди отсюда. Не смотри назад, не смотри. Нормально. В то утро он надушился тошнотворным одеколоном. Ему пизда. Ich muss Ihnen von dem Traum erzählen, den ich neulich hatte. Erinnern Sie sich an diesen britischen Agenten, den wir bei Kriegsende getötet haben? Den, den wir mit Lorenzes Hilfe... Готов? Придурочный. О, и напоследок. Еще одна.